Запись включить. Ошол Да, моментте ошол моментте да сүйлөшүп керек. Ким мисалы Башаттын командасы уже немеге чыкканга даяр, мен немеден өткөнү сурагам. Что-то өтүп кеттик ошол моменттенчи. Ошол Башаттын командасы эсле чыга турган болсо, Телеграмга или WhatsAppка чыгып кетсек болот уже. Башат даяр эле сагай. Ошентип чыгып анан уже башка немелерди сүйлөшүп баштасак болот да. И ошол эле келечек дигиталдын ичинде точно иштейм эмес, уже иштеп аткандар дагы өзүнчө чыгабыз да. Скорее всего, Телеграмга чыгат болушубуз керек, закрытый группага. Бүт коммуникацияларды уже башкалар көрбөй калат да. Ага чейин биякта бүт баары көрүп турсун. Ошон үчүн важно, чтоб адамдар иштесин да, иштебесе аларды кошпойбуз. Ага, биз деген буну немесин, мы никого не будем этот удалять, все будут эмеде, списокта жүрөт. Мы просто как предварительный эме коюлду атабыз да, вот как бы немножко как по-русски грубо прозвучит, небольшой пинок берип коюлу, чтобы немножко они активировались, да, то жүрөт биздечи. Мындай процессти өткөнбүз да, анан кичине бираз пинок берип койсок, кичине уже активация кылып коелу деген неме менен бир сыйра ошондой как бы предупреждение небольшое берип коелу деп атабыз да. Хорошо. Никого никогда удалять не будем. Хорошо. Хорошо? Эме. Азамат ноушунга кирсеңер. Чымчылап коелу деп атабыз да кичине. Вот мы жерде бөлбөдүк беле кече, подождите. Жок, аларды кайра эметип койгом, сырдагын көчөйүн күтөт экенбиз депчи. Тияка приватке обновлять этилген болсо эметет депчи. Ошо акыркы апдейттерди кошо алып калалы. Мына бизде азыр 115 болуп турго. Ошо 115 кармап турайлы эртеңкиге чейин, и потом уже из них у нас получается там 54, да, активный получается. Сорттусуңар. Фильтр мен өчөлө. Эд фильтр. Статус. Жок, бияктан статус тандасыңар. И там актив. И внизу посмотрите, сколько там у них получается. 56. Цифра, если у нас до 5 часов подымется хотя бы еще на 20 человек, тогда мы ушел 70 кишменен, мечты берешь, да? Больше не будет этот чинчилар. Булар нечинен еще геверлер еще. Толтерлектер даваркен да, ошолар и ошо 70-ке чыгат да, ошо 70-тин баарын карап чыгабыз. И там посмотрим, кто не заполнил, еще по личкам пройдемся, скорее всего. Берден из них у нас где-то 6 человек, да, походу. Эд фильтр оштоңар, эд фильтр жок. Или вниз бассаңар эми, вниз эле бассаңар. Вот жерде калькулейт деген жерде empty деген бар. И ошо жерден бассаңар стрелканы. Count empty дегенді көрсеңер. 7 кеше екен. Ошо 7 өнү көрдің. Ошо давайте завтра до 5 подождем, анан кийин көрөбүз ошонун бар, не? Как раз оно определиться суммасы да берде чыгып калат. У меня есть предложение одно по поводу неактивных участников. То есть получается половина активные, половина неактивные. До этого Азамат Агай говорил, как с ними на связь выйти. Мне кажется, не надо этот вопрос в долгий ящик откладывать, ждать их. Может быть, они по различным абсолютно, от примитивных до различных причин не участвуют. Если каждый активный пойдет, каждый возьмет себе по одному неактивному, напишет ему в личку, и может быть второй вариант, чем раньше вы их привлекаете к каким-то работам, тем быстрее они втягиваются в любые процессы. Почему было важно на Notion что-то построить, чтобы у людей какая-то структура, контент куда-то все это разместилось и появилась уверенность, что многие процессы по плечу, да,
примерно многие вещи примерно ясны. Теперь надо пойти либо на WordPress реализовать, или еще каким-то образом. То есть вы, помимо спринтов, надо им еще инструменты давать, инструктаж давать, чтобы они по каким-то планам, желательно все вместе одинаково ли шли, потому что разрыв уровней у всех тоже абсолютно разный. Кому-то дизайн мышления легко дается, а остальные, может быть, из-за этого даже не могут понять, как вообще им начать, что им вообще делать. И большинство здесь сидящих ребят, даже если взять 70 человек, например, их либо надо гонять по технической части, чтобы они на данный момент вот как-то плотно по кодовой части начали тренировочки делать. Потому что даже если вы их куда-то разместите, они если там тоже будут неактивными и сидеть, пока мы с ними будем договариваться, я не знаю, сколько времени уйдет для их онбординга, пока они сами в этот процесс вникнут, потому что они здесь в организационных, например, вещах не участвуют или еще в других каких-то вещах, и пока ты их научишь, а вся документация по факту на Notion ведется, да? Поэтому при распределении задач посмотрите разносторонне, дайте им такие осуществимые, пожалуйста, задачи и проконтролируйте, чтобы каждый активный взял неактивного и попробовал вместе с ним one-to-one поработать. И исходя из этого уже будет видно, этот человек действительно активный или на него не стоит рассчитывать, да, и так далее. И если они пойдут по другим проектам, то уже, наверное, есть смысл, чтобы они уже сейчас подключались и помогали при сборе информации, например. Когда человек начинает что-то исследовать, он еще быстрее погружается в тему и начинает сам проявлять активность. Да? А пока он вообще не в курсе, что это за тема, они так в пассивном режиме, в спящем режиме утровершат. Да? Вот этот момент тоже посмотрите. Иногда есть смысл жертвовать целой неделей, но так, чтобы все участники Гюздеми что-то приобрели за неделю, и мы какой-то большой этап просто прошли дальше, и они уже по каким-то стандартам или этим вещам двигаются, да. А если мы не будем их сейчас где-то в чем-то синхронизировать раз в неделю или не будем предоставлять инструменты, откуда они могут ориентацию брать, если они сами по себе не могут в дейли участвовать. И в целом, когда мы говорим, вы будете сайт создавать, они вообще представления многие не имеют, как он создается. В прошлый раз мы на Summer Challenge это посмотрели, да. У многих нет представления, как лендинг создается. Многие не знают, как, допустим, вообще обложка оформляется. Поэтому я бы хотел, чтобы мы и так стараемся эти моменты в Summer Challenge именно закрыть. Но здесь должно быть достаточно времени и понимания всех команд, чтобы они справились с этими задачами успешно. Пускай мы на пару недель позже придем к каким-то вещам, но чтобы качественно пришли. Ушел. Спасибо. Да, я вот полностью поддерживаю. Нам сейчас, когда вы сейчас будете, этот, например, команда сан актив тэштатканда, на самом деле, раз без активнилар чолтола список ты, и опять не знаем, что с ним делать. А неменин команда келечек дижиталдын максаты, именно оргруппанын, чтобы силер, команда иштеваткан кишилерди билишиңер керек, да, ошолорду управлять этишиң керек, алар качан бош, эмне кылышат, эмнени кылышпайт, эмнени кыла алышат. И поэтому алып туруп ошол кишиге, ошон үчүн Trello'ны көрсөттүм да бүгүнчү. Trello'го ага задача ачып берип, түшүндүрүп ошол задачаны. Анан ага илип коюш керек да. Мен могу сен могу задачаны жазайсың ушака барып, мына сенин атың турат деп. Анан ошол командага киргизип, айтыш керек, силерде жетишпейт деле, мына могу киши силерге ушуну жасап берет. Эмне жетишпейт силерге? Деп туруп ошол киши менен лично сүйлөшүп, ошол жакка алып барып бериш керек да. И потом карап туруш керек ал контролдоп, не жасап атабы, жасаган жокпу, дейли кылып сурап туруш керек, или дейли неме ачып алгылар, кээ бир командалар ачып атат, дайджест кылыпчы. Не обязательно, чтоб говорил, да, просто өзү даже жасап койсо болот, окшош атабы, суроосу барбы, жокпу, тикетине жасап койсун, эле бирөөгө тикет келип сурап турсун, эмне болуп атасың, жазып атасыңбы, кандай результаттар депчи. Ошентип эле активдер берип көргүлө и посмотрите, да, иштейби, иштей албайбы депчи. А так у нас будет опять вот этот список непонятный, что с ним делать дегенчи. И все. А надо, чтобы руки были и помогали бизге вообще адамдар дечип берет аз проекторгечи. Кээ бир проекторде бир эки эле киши. Ол жазып турат атат. Если будет тяжело, ошондой адамдарга
Новый шиндардак киргизип, на вот мол жерге бүт списоктор жазып жазып. У нас сейчас уже есть много дел, которые активные кишилер жазап койушту, да? Вот есть огромный список, надо их туда теперь перетаскивать, скопировать. Вот эти моменты, которые копи-пейст дегендерде, объясните им и посмотрите, как они будут. Будет работать, нет, вообще. Вот, это суть. Можно я скажу? Ага. У нас вот сейчас из всех 58 активных, у нас вот 16-18 киши, вот 30% действительно активный адамдар, да? Мы сейчас вот проходим вот этот весь процесс, дизайн синкинг, плюс сейчас еще подключится Notion, да? Notion жазағанда, біздің группада бар, бір 3-4 жақшы жазайды, да, Notion-ды чи. Ошел группа менен, просто план был такой, что мы сейчас выявим активных среди вот этого списка. Из этого списка активные, кто уже очень более активно, хорошо понимает, мы среди них распределим вот этих активных, которые висят только в списке. В течение недели планировалось обучить их вот этим всем шагам, которые мы сейчас проходим, и потом уже распределять по другим проектам, чтобы они тоже помогали другим проектам, как вот именно правильно, допустим, строить тот же самый сайт на Notion, какие там фишки, как их применять, как их все делать. И если мы в течение недели у нас планировалось научить их этим базовым вещам, то они могли бы уже, когда пойдут на другой проект, там уже других обучать деген ой болчу, да? Хорошо. Вот, чудом. Ну, ушел момент, теперь давайте проработаем. Но опять же, смотрите, важно, чтобы мы, да, мы двигались параллельно, то есть мы двигались все вместе, но при этом некоторые процессы давайте постараемся запараллелить. Да? Писал Брюллер, дизайн от отца, их не будем тянуть, о, давай, нам нужно там какие-то бюрократические моменты делать. Так, пусть дизайн от отца тартаверсин, а ларгат ищпейсь. Брюллер, WordPress я запаштаса, WordPress я запаштасин. Брюллер, Notion я запаштаса, Notion я запаштасин. Да? Параллельно будем двигаться. Дизайн синкингтер жазаватса, тоже жазаверсин. Ошондо постараемся как бы выпускать такие фичи, да. Первые сейчас выпустим Notion, потом выпустим на WordPress, и потом уже выпустим продукт по дизайн синкингу. Хорошо. Но я так думаю, нам как-то немножко в плане физической активности у нас будет недочеты, потому что даже среди этих 58 активных, они есть еще до сих пор не активны. Они просто для галочки отмечают там, но как на самом деле они будут работать, мы уже конкретно не знаем. Хорошо. Спасибо, Сахаладжи. Вы и так знаете, как двигаться в этом лучше всех, что как запланировать, так и действуйте. Единственное, я заметил один момент, когда человек получает четкую задачу, он либо ее делает, либо не делает. Да? А когда общая задача всем приходит на общую доску, где человек 100 сидят, там по умолчанию половина явно не будут делать, а половина то, что активно проявляет, это уже хорошо, да? Уже хорошие цифры. Значит, соотношение один к одному, то есть на одного активиста один пассивный приходится, и это не страшно, да, это можно сделать. Поэтому попробуйте, дайте им задачи всем, дедлайны поставьте, как вы хотели, там, пускай они попробуют, если не сделают, то нам чем желательно, да, от души, как положено. Катышпа, Анишлер, она, любим, по разным причинам. И сентябрь, баштал, шиболок, купчерден, ажиотаж полупку не могут включиться в процесс, ушел момент, тоже учтите, пожалуйста, шашпалях иногда вергля, особенно с активистами тоже считай вергля. Раздурни читерим, бутерверсин, калгандар, на любых процессах ушел ганда, далее помогут. А общие исследовательские работы давайте мы будем всем объявлять, чтобы тоже оттуда инициативы дождемся, не дождемся, поглядим, посмотрим, да, у нас в каждом проекте много исследовательской работы есть, действительно, на основе которого можно хороший дизайн мышления вытащить, да, в конечном счете. Это реализуемо за 3 месяца, будешь сам это сделаем. Шел, спасибо большое.
Спасибо вам, Азамат Агай, спасибо вам, что пришли на встречу, тоже поделились своими идеями. Буйруса, Ошлорн Барниш, Кашарам, Аракет Клаус. Спасибо. Бірінші осы қошып көрсім болу. Возможно, лично мен үшін болу отқандыр, мен слоун қолмаше болу өлі айтал байдым. Мен ол дедлайндарды кішіне чоңырақ қойсақ болу, анткен әзір деген емелер тапшырмалар дағы көп болып көте отады. Лично мен жетшіп айтал күшен башқалар ғандай дейдіген. Оа, мен Азамат Бәкеге қошылам. Просто бұл сіз жаңа бірінші жұмалыққа бардық, башқы беттің макетінде қоштыңыз ғой. Біз негізі бір жұма ішінде ошо ресерчтер жүрді, да? Ресерчтер бүтіп, анан біз емкі жұма сырда четвергке чейін макетті бітіреміз деген пландағанбыз. Анан кейін Notion-ды қоштық, анын деле бітірсек болады бір күн ішінде. Анан просто дедлайндарды мұнсында жетшет болшыз керек, кейінгілерінде ұзындырақ қойсақ бұл деген еме, да? Сұныш. Ошон үшін бізде Trello бар, ошон үшін бізде процесстер бар. Бір задачалар қойылып отқанда, барын жанталашып жаза бермейлі, жетшіпейсіздер пайда болды, сабақ бар. Ошон үшін бізде адамдар көп, ошоларды емесіздер делегировать етсіңдер болады, да? Барыңыр өзіңіз жасағай, мысалы, если немеге қатшам десеңдер, дизайн синкинг қатшып, изилдейм десеңдер, ана, конечно, Notion жасаваш керек. Notion-ды башқа біреу жасаваш керек уже. Өзіңөрдің немеңір, күчіңөрдің неме деп, ошолдың кім жасайды, ошон үшін жаңа списактан барып сұрайсыңдар, кім жасайды біздің Notion-ды. Сіздерде 60 кіші бар, отырады, алар задачаны күтіп. Ошолдарға точно задача беріп қойып, ана сен Notion жасайсың. Қантеп жасайсың, мына мұнтеп жасайсың. Ол сабақтарды көріп жасап көрсең болады. Жасап көр, маған көрсет, мен саған фидбек айтып тұрамын. Жасап көр, сен фидбек айтып қойсың. Ошон үшін жаңағы немелерді де сұрап отпаймын ба, жаңа неактивный или активный мақұл болып іштеймін дегендерге өзілерді қалаусы мен жасатпай, аларға заставить етіп, ұшыл задача, сұны жасашын керек, біз ұшындай ағайдан неме ұқтық задача, задание. Анан ұқсаң, сен бізменен чоғы кетесің дайшы, бізден дағы да қызықтың істер болады деп қызықтырып, ұшыларға бөліп беріш керек. Ошынды өзің өрдіңді проект емес, башқа проектің барын ұшын бөліп беріш керек адамдар. Анкен алар да жетшіпейді. Аға, бізге бұл жұмаға ұрсат беріңіз, біз бұл жұмада ошол активнилердің арасында анықтайлы, кто действительно іштейм дегенде. Ушу 2-3 2 1 күндүн ичинде биз анықтайбыз, 2-3 күндүн ичинде бөлүштүрүп, анан кийин бир сыра тренинг кылып өтөбүз да по дизайн синкингу и по ноушену. И уже со следующего спринта мы уже готовы будем, буйруса готов, я так думаю, будем готовы уже начать полноценную работу начать. Хорошо. Куланда мен. Чего время из гурчу слышим десер. Я рахмат азамата. Рахмат агай. Чаще соус. Рахмат. Да. Канал будет разношен. Напряженные дискуссии опять этого. Азамат Трелан Эмитсенгер, Notion бойынша, я уверена, мы за 2 дня это сделаем, да? Задача будет такая, но аналогтар дизильдеген команда бізге до четверга имен жазап берсеңер макеттич. Біз ошол на базе этого макета мы на Notion не стянуть можем это спокойно. Бір күн эле отыру элем, көрсөтүп берем баарыңарга, как делать это в Notion. Ан бир күндө эле бүтөт ал. Бир саат эмес, даже бир күн эмес, даже 2 саатта нормально отуруп койсок, Notion-ун страницасын кылып коебуз, анычы. Просто мне нужно отталкиваться от базы, от какой базы нам надо идти. Структурасын билип алсам, кет в пятницу мы можем просто сесть и вместе это все сделать. Сайхладжа, вопрос, а ошол макет берки сайттын структурасына окшош болуш керекпи? Ошону эле алса эмне болот? Бизде уже почти даярында болот. Ооба, ошону до конца надо доработать. У нас же башкы бет менен да бир страницасы даяр.
Ошону четверг кечен бүтүрсөк, пятница күнү Notion-дан жасапайбыз деп отурат. Да, пятница или суббота мы Notion-да. Ну, желательно давать в пятницу. В пятницу у меня выходной, как раз мы можем сесть и поработать над Notion-ом. Уже субботага буйрса даяр болуп калат. Notion-дан это очень быстро делается. Хорошо. Жок, просто агайлар, сен бир тапшырма кыл, башка бирөө башка тапшырма кыла берсин дегенде эме болот да. Мисалы мен Notion-ду үйрөнгүм келет. Тем более еще плюс жана бизнес вебсайттын структурасын түзгөн үчүн организациялык вопростарга да катышкым келет, алар да үйрөнүп калгым келет да. Аякада катышкым келет, бияка да катышкым келет, бияка да катышкым келет болуп аябай эки арал жөн болуп кыйналып атабыз. Жок, аны мындай бир моментти түшүнө ала да, агай он хочет все это быстро, систематично за 3 месяца закончить, да? Но если на реалии смотреть, мы это не сможем, да, если честно. Вы сами вот подумайте, мне кажется, это нереально будет. Максимум мы 5 проектов вытащить сможем. Но остальные проекты, они будут хромать, потому что остальные проекты, нам тоже, у нас будет очень большой головняк, когда распределение было ночь, потому что мы же не знаем, кто из них хорошо ответственный, кто хорошо активно участвует. Мы распределение кылган күндө деле нам опять придется с ними сидеть и с ними вот это все дорабатывать, да? Поэтому эми өзүңөрдү психологически подготовьте, да, к этому. Потому что все равно распределение кылган күндө деле мы все равно будем в этом задействованы по-любому, потому что бизде дизайн синкинг боюнча жакшы балдар бар, хорошо работает аналитика жана. Notion боюнча бизде дагы балдар бар, дагы еще буйруса көптөрүн үйрөтөбүз да. Но тем не менее все равно нам придется им все равно помогать, да. И сакал же мен айтып коюп атам жана активныйлар боюнчачы. Агайларды 58 активный экен, силерди 60 киши активный экен деп эле эмесизби? Негизи бизде эме да реальностьндай да. Реальностьндай да активдүү азыр биз активныйларга жазып, үйүнө чейин даже тыкылдатып барсак деле баары бир ушу Zoom-га киргендер эле иштейт, Zoom-га кирбегендер баары иштебейт да. Да, ошол эле, ошо 60 кишинин максимум бизде 30% эле активно иштейт. Кому это действительно интересно, он заходит, он учится. А кому не интересно, он жүрөт, неметипчи. Поэтому мы здесь тоже принудительно их не сможем вот так заставить. Да, даже если мы им распределим задачи, я уверена, что эта задача до конца не выйдет, да? О, ошондой учурларда кыйын бол, кечирип койчур жана да бир деп айтылайынчы. Эме ошондой учурда кыйын боло берет да, мисалы бирөөгө тапшырма тапшырсаң, окей, личкасына жазып, ушунсун сен аткарасың деп тапшырсаң, ал бир жума спринтте кыжалат боло бересиң да, ичингенчи ал аткардыбы, жатка жетишпей калдыбы деп улам ал жак кыжалат болуп, ойлошуп кетерим да, психологически оор болот. Просто давайте этот эме агайды көрүнөр, он хочет мындай эртерээк өткөзүп салгысы келет да, но с уровнем наших ребят, которые учатся, есть там 30% очень хорошие ребята, которые могут подтянуть это. Но есть те, которые ошол мындай, как сказать, более безответственно относятся к этому. Болсо болот, болбосо жок дегендер көп арабыздачы. Поэтому сейчас мы просто эмеглайле распределениены кылып коёлу да, анан кийин все равно нам по-любому к ним придется этот помощь оказывать. Ооба, жанагы активныйлар боюнчачы, сакал эле биз кечэ күнү чогуу дейли жолугушууда болдук да Азамат агай мененчи. Ошол жакта биздин бүгүн Notion боюнча Trello боюнча көрсөтүп атканда мастер-класс. KG Digital'ı görsük otkanda, ben uşul komandada bolçumun, kantik koşulsam bolum degenler dağı boldu da, aktivine bol çıkıştı da, anan uşundan yaralı otot da, bu ar birine, personaline, canında rastılkalarda kılıp koşuk, kaysılcaka geliş gerek, kaysılcaka katlaş gerek, emniler yazış gerek, uşular tuğra takıp görsük koşuk, geleu degen oydumunda. Makul, uşulunu koldoyum ben dele, бирок биринчи алдын ала общий объявление берип коёлу, что этот призываем всех, кто заинтересован, заполнить карточки. Потом уже если у нас количество 58-70 кишиге чейин чыгып калса, ошо 70 кишинин ичинен 30 киши деле нормально иштеп берсе, это уже достаточно для нас.
Но 5 кечен күтөл, 5 тенген көрөз цифраны. Егер 58-тен ашпаса, тогда уже по личкам пройдемся. Я анда азыр зум бүтсөм мен жазып коёюн. Алмаштар бул мезгилсин болобу? А, айтыңыз. А, мен күтүмдөрү кошулуп жүргөн, бирок мен кечки резултатты басынан тандаганда код деп айтылган эле башында бул проект. А эмнеге тандаган бул код үйрөнүш үчүн практика болуп болуш үчүн мен ойлогом бул проектте боюнча код жазабыз деп ойлогом да. Анан бизде кандай бизде мамачкалар көп да турат. Мен ошолордун бирөөсүмүн менин 5 айлык кызым бар. Арада ооруп калат. Арада бир жака больницага барып келиш керек, клиника дегендер бала чыккан эмес, алардын сабак карайбыз, мектепте собрание барабыз, ушинтип силердин баягы койгон датада дейли күндөрдө биз кире албай калып атабыз да. Мен деле мисалы азыр случайно эле көрүп калып жумдан жолушууга кирип калдым да. А бул убакка чейин кайсыл убакта силердин жолушуңар болуп аткандар, мен көбүнчө биз мындай биздин убактыны тура келбей калып атат да. Мисалы мен мисалы лично активный болгум келет. Мисалы силер менен бир катарда ноушунду да үйрөнгүм келет, дизайн синкингде дагы активно катышкым келет да. Но иногда бывает балдар менен билесиңер да, тиричилик бар, бала чака, тамак аш дегендей ошого көп активдүү болгуңуз келген убактыда боло албай калып атабыз да. Ошого ушул жакты да кичине туура түшүнүп анан мисалы азыр Азамат агай айтты го, бир эле направленияда ноушун болгондор только ноушун болсун депчи. А мисалы мен деле азыр ким Азамат айтты, мен деле баарына катышып үйрөнгүм келет да. Дизайн синкинг болуп атканда Zoom-да мен дагы кирип силер менен кошо койгум келет. Ноушун болуп атканда да ноушундагы агалар менен кошулуп келе ноушун үйрөнүп алгым келет да. Ошентсе болобу? Мисалы бир эле направленияга кошулбастан ар бир направленияда кошулуп иштей берсе болобу? Убактыбыз болгон убакта. Конечно, болот. Мы вот, я говорю же, мы никого не удаляем. То есть, это не спорно, дизайн синтез уже команда бүтүп калды, алар только дизайн синтез. Жок, это команда, она изначально была как бы назначена, да? Я могу, когда я нахожу время, вот с ними тоже работать, и когда делают нужен, и с ними тоже так, как включаться, с ними тоже помогать, и учиться. Да, добро пожаловать. То, что мы уже назначили людей на эту команду, это не означает, что все, башка кишилер кошулбайт деген сөз эмес. Эми мындай сыйкалча арада кирип калып эле мындай кылсак болобу, мындай кылсак болобу деп калсак ошо команда жаман көрбөйбү деп ойлойм. Вот, анан просто эме там надо следить за объявлениями, потому что каждый раз, поэтому я поэтому стараюсь всегда заранее объявления давать. Вот. А можно в Дискорде сказать заранее объявление давать, вот, когда у вас будет встреча, да, например, по дизайн-синкингу? Сегодня у нас встреча будет, хотя способ было в Дискорде. Келечек Digital командасы долборго кызып атпайсыз бы? Например, ошол жерде активныйлардын бирөөсүн да, сиз айтканда уктуп аткан активныйлардын бирөөсүн да. Просто когда бывает время, заходим. Когда нет, не можем просто. Времени не хватает. Понимаете? Просто просматривайте объявления, мы указываем everyone, всегда, когда объявление насчет встречи делаем, everyone, допустим, я лично заранее, хотя бы минимум за один день объявление берем, да, смайлик мне дуперли, почему я это делаю, потому что я хочу собрать больше людей, для того, чтобы больше людей узнало о нашей встрече, о том, что обсуждалось на нашей встрече. После того, как просматриваю статистику, сколько лайков было проставлено, потом я уже назначаю день, допустим. Я стараюсь назначать день либо на после уроков Киличека, либо на свободное время, у которых у всех, для которое удобно для всех. И в этом плане мы постоянно стараемся, вот даже Азамат Молдажин, мы все стараемся заранее давать объявления, чтобы все свои эти, как бы сказать, незаконченные дела могли подкорректировать под это время, да, вот. Просто у меня просьба, следите за этим каналом, каждое объявление мы закидываем в общий канал. Если есть какое-то отдельное объявление касательно отдельной команды, мы это тоже будем теперь вытаскивать на общий канал. Допустим, дизайн синкинг команды, если они встречаются, они будут... Раньше мы делали в ветках, потому что были уже люди назначены. Но
все люди, которые заинтересованы либо по Notion, либо по Design Thinking, добро пожаловать. Мы никого не ограничиваем. Это не значит то, что уже назначено и больше никто не может участвовать. А можно вопрос в ветках деген сайта? Ветка деген сиз компьютерден кирес пе? Где хахтан кирес? Ова, компьютерден кирем. Мен демонстрация алкой, не? Азыр. Анан динагы карточканы осында начтым да, анан ошо жака сөз сүрөт коюш керек пе? Анан view дегенге жазыш керек пе? Жок, сүрөт не обязательно. Ал жерде сиз эме жөн эле аты жөнүңүз толук жазып койсоңуз болот, фамилия атыңызды. Толук жазып койдум анан там департамент тоже обязательно запишите. Вот смотрите, мо жерде келечек дижитал деген каналга киресиз да, мо жерде вот это ветки деген сөз бар. Да, заходите, здесь есть активные ветки, есть ветки, которые в архиве. Архивте у нас вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 веток есть. Мы можем их обратно активировать. Просто заходим на эту ветку и уже закидываем какое-нибудь сообщение, оно активируется. Допустим, аз модергемен без сообщения к вестном. Эта ветка, она стала активной. Она екеле ветками бармес, пили аз бусу, уч ветка был калды, да? Но смотрите, аналог тердеген группага, вот эта группа, теперь она будет работать полностью по дизайн синкингу. Здесь они будут проводить полностью свою коммуникацию, а то, что они будут встречаться, они здесь будут закидывать, плюс теперь, наверное, я уже попрошу, ребята, если вы планируете встречу, закидывайте тоже в общий канал. А, можно в общий канал, потому что ты заходишь сразу, видишь, да, сегодня у них встреча, я могу, да, поучаствовать, или ушел в Ахабе, уже до времени как-то финалась, да, турагылы, хатшишки, горы перенесутся. Обычно ветку до этого и пришел до Касалвада. Ими вирене. Конечно, я виновата. А за дочери сасан арджасунута. Вот, Мурун, мы ориентировались на аналог. Любое сообщение, которое приходит сюда, оно активируется, и у вас ветка здесь, она становится вот это ярко-белым цветом. Сразу ли горнит, дай бог, выделяться этот тип. Если ваша ветка, она стоит вот таким светом, это значит, там какая-то движуха идет, какое-то сообщение идет. Ушел ветка, гирал или гор, сообщение надо прочитать, и там будет все ясно, в этом недовольство. Но теперь, наверное, мы уже будем про встречи и про объявления закидывать в общий канал. Но коммуникация, опять же, будет продолжаться в этих же ветках. О, только ссылка, мы Zoom ссылка ли общий хочется нам, да? Башка общение лар. Ссылка ли общий хочется. Указывайте просто here, да? Все. И потом... например, дизайн синтинг, команда с нагошу, и Алар Вершка, вот, да, может, тоже можно, да, участвовать? Да, зумға кіре берсеңіз болады. Егер уақытыңыз, сіз айтқанда уақытыңыз болмай қалса, записьтер бар, записьтерден көрсе болады. Давайте я переименую дизайн синкинг деп. Теперь дизайн синкинг полностью ушел веткада іштегіле. И здесь, смотрите, көрбе қалдым, жаңылық туппа қалдым деген, это уже, знаете, просто... Ваша невнимательность. Извините меня, если я вас немножко оскорблю, но это ваша невнимательность. Да? Просто тот канал, который вы, вас интересует, заходите, просматривайте, прочитывайте сообщения. Там все. Да, я каждый день захожу. Вот тут все движения делаются. Вот единственное, видите, вот с детьми очень больно да, все это участвовать, поэтому, да. Она может да без Notion до метка с барбеля, за короче я ее активирую. Вот Notion. Плюс еще Notion да имеор. Дайджест деген бар, Notion да еще протокол деген бар. Егер видеоларды көрген уақыт болбасаң да, қысқаша протоколды да оқысаңыз да болады. Не только окушать, участвовать, да, хотелось бы вместе все это делать с вами. Про знаешь, видимо, это уже неинтересно, да, мне даже не хочется. Ушел, ну, вахт на две голота стасер, хотя встречается, ушел на две голота. Идем, мы последние все сообщения, мы постоянно это заранее делаем, объявление даем и заранее закидываем.
ссылкаларды, да, если мы не успеваем, мы пишем там here, указывая here, что через 10 минут или там через 5 минут будет встреча депч. Просто немножко внимательнее читать надо сообщение. Если у вас не хватает времени, уақтыңыз болса, читайте дайджесты, читай, если есть возможность, просматривайте видео сообщения. Хорошо, рахмат. А так, добро пожаловать. Мы никого не будем. Мы просто чемчелованский метод колдонос, чтобы немножко активировать людей. А то был бы